Аня Гончаров занимается гитарой уже четвертый год. Девочка растет в музыкальной семье. Ее родители с детства увлекались фортепиано и баяном, а старший брат и сестра, как и Аня, учились игре на гитаре. Гитара очень нежная, плавная, особенно классическая, и очень хорошо звучит. В этом году девочка уже участвовала в нескольких конкурсах и занимала призовые места. Однако победа именно на гитарном калейдоскопе для нее особая. Первый раз за все время выступлений Ане присудили звание лауреата первой степени. Мне понравилось награждение, вот это вот волнение, какое у тебя место. Сначала назвали участников, нас там не было, дипломантов, третья степень, вторая степень, и тут такая первая степень. Вместе с Аней на конкурс ездил Михаил Борисейко. За сольное выступление мальчику присудили второе место. Я очень волновался перед выступлением, но мой педагог Ирина Евгеньевна помогла мне справиться с волнением. Я хорошо выступил, а когда узнал, что я лауреат второй степени, я очень обрадовался. В дуэте ребята завоевали второе место, причем первое место не присудили никому. Саровским гитаристам до абсолютной победы не хватило нескольких баллов. Преподаватель Ирина Фидельман высоко оценивает успехи своих учеников. Они выполнили все, что я от них хотела. Все возможное на данный момент. Все развивается. И в конце, например, этого учебного года ту же самую программу возможно. Я надеюсь, что они будут играть еще лучше. А в следующем году, если мы оставим эти произведения, они зазвучат совсем по-другому. Сейчас ребята готовятся к новому международному конкурсу, который пройдет в середине апреля в Нижнем Новгороде. Екатерина Пенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24.